Уша, она появилась как? Это был подарок или вы хотели ордельтерьера и купили? Откуда она появилась? Нет, Лушка появилась, это моя собака. Я, честно говоря, все покупаю в подарок, чтобы ко мне не было никаких претензий. Ага. Я собаку подарила родителям. Так. А вторую собаку Марк Анатольевич увидел в Германии. Очень модная была порода, а нынче она не модная. Эрдель. Ага. И вот мы приехали. Причем, знаете, я сама у себя собаку перекупила. То есть? А Марк Анатольевич говорит, давай купим вот Эрдель, вот такую рыжую, большую собаку. Я позвонила в Москву знакомой, значит, судье. Она, по-моему, задремала, эта собака. Да, Брюс, да, животное. Надо показать крупным планом. Ну, вот я просто боюсь ее стрессировать. Он такой, в общем-то, настроенный. Вечер уже, настроенный на отдых. Ну, смотрите, главное, что вот женские-то руки... Оп. Ой. По-любому лучше, чем мужские. Голубоглазый. Да, чудный. Голубоглазый, да. Маленький. Боже, какое счастье. Урчит. Урчит, да. Вот, замечательно пахнет. Пахнет молоком. Ну, малыши все пахнут молоком. Вот он запел. Знаете, я позвонила, когда, значит, Марк Анатольевич сказал, я бы Эрдель, главный по собакам, говорю, достаньте мне Эрдель. Он говорит, Саша, это не модная порода. Его что ребенок? Это не модная порода, и достать это практически невозможно, это сейчас не модно. Вот Йорка какого-нибудь английского бульдога, и в интернете я нашла людей, которые занимаются эрделем. Это мне тоже самое сказали, не модная порода, но в Саратове одна, значит, собака родила 4 щенков, 3 мальчика, 1 девочка. Берете? Беру, звоню второй. В Саратове родила одна собака 4 щенков, 3 мальчика, 1 девочка. Берете? Беру. Называют цифру. Так. Я говорю, я готова. Ага. Звоню той, называют цифру. Готова. Ага. Я думаю, ну кого-то из них привезут. Звоню первой. Мне говорит, Саша, перекупили. Звоню той. Она говорит, Саша, на 5000 дороже. Я говорю, беру. И потом я понимаю, что я сама у себя перекупила за 5000 собаку. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале Москва 24. Самый мобилизующий момент, конечно, проекта Правда 24 были не прямые эфиры. Было, наверное, процентов 70-80 из общего числа всех передач, а именно коты. Коты, которых мы пристраивали зрителям. Иногда, кстати, даже и гостям передачи. Их привозили из приюта почти в каждый выпуск. Мы несколько сот животных за время существования проекта отдали в добрые, надеюсь, руки. Но каждый раз, каждый выпуск, это было как пользоваться терминологией персонажа Маши Кожевниковой из сериала «Универ». Полный пипец. Просто пипец. Это жесть, потому что животные в стрессе. Они линяют, шерсть летит в нос, уши, в кофе, набивается в рот. И все время надо контролировать животное. Мне приходилось там все время придерживать, поглаживать. Иногда они сбегали, седоков я ловил по всей студии кошечку. Стресс был достаточно жесткий для приютского животного. И я помню Мейкун, который был на одном из выпусков с Виктиком, просто обоссался в студии. Во время диалога с Кириллом Серебренниковым кот навалил мне на джинсы. О чем режиссер не преминул тут же в эфире сказать, на ваш типа кошечка насрала, как будто я этого не почувствовал. Ну, естественно, капитализация животного упала, и его так и не удалось пристроить. Не всех животных брали, кстати, там вот одного кота не взяли 3 раза подряд, и я его взял себе, с тех пор мы не расстаемся с Бастилией, но песня совсем не о ней. О том, что присутствие животного и необходимость контроля, плюс прямой эфир, то есть жесткий отчет хронологический, часто меня уносил в какое-то не в астрал, а в какое-то состояние, что я не понимал, о чем говорит гость, задавал вопросы не в попад. И ну хорошо, что были такие с чувством юмора и вообще чудесные персонажи, типа Леонида Ярвольника, которые это как-то обыгрывали. Но бывали и всякие накладки.
Но как бы то ни было, я этот проект вспоминаю и скучаю. Хотя бы хоть какая-то польза была от нас, журналистов. Животные находили хозяев.